Делегация посольства Узбекистана провела встречу с гражданами своей республики, студентами Казанского федерального университета. Цель визита – обеспечение помощи гражданам Узбекистана, обучающимся в КФУ. Согласно программе, озвученной президентом Республики Узбекистан на 2017 год, 2017 год объявлен годом общения с населением. В этой связи посольством проводится мероприятие по изучению, углублению и помощи, оказанию помощи гражданам Узбекистана, находящихся в Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан. Помощь заключается в проведении консульских консультаций и глубоком изучении российских законов. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.